свой день рождения Керчь встречала гостей и радовала горожан праздничным настроением. В минувшую субботу атмосфера праздника царила весь день, а вечером керчане и гости города устремились на городской стадион имени 50-летия октября, на котором состоялся заключительный гала-концерт. День рождения Керчи – знаменательное событие. 40-летие присвоения звания города-героя собрало огромное количество людей на центральном стадионе города. 40 лет назад, 14 сентября 1973 года, министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Андреем Гречко и первым секретарем ЦК Компартии Владимиром Щербицким Керчи было официально присвоено почетное звание «Город-герой». Несмотря на то, что то и дело срывался дождь, люди шли на стадион, ведь гордость за город и память о тех великих годах навсегда останется в сердцах керчан. Конечно, гордость за город, ведь всего только 12 городов имеют статус города-героя. Мы очень гордимся о том, что живем в городе Героя Керчи. Вот. Хорошо, если наша молодежь будет помнить об этом, точно так же переполняться такой вот гордостью за город, ценить это все, как бы чтить. Мы рады за нашу Керчь. Спасибо большое всем, кто в этой Керчи участвовал, кто завоевывал ее, кто отвоевывал ее. Всем большое спасибо за это. Ветеранам, которые Керчь нашу освободили, дали нам такое будущее. Вот. Большое им спасибо за все, поклон, здоровья, долголетия. Мы очень благодарны тем людям, которые завоевали этот день во благо нас, потому что мы имеем возможность сегодня вот так с вами отдыхать. Ну и пускай они с миром покоятся, а нам бы еще много-много лет вот таких, как сегодня, праздников. Надеюсь, мы воевать не будем, только отдыхать, мир с миром жить и радоваться жизни. Не зря проливали кровь наши деды, прадеды, чтобы мы жили счастливо, все керчане, которые здесь сейчас находятся. Керчан поздравляю от всего сердца с Днем города, счастья, благополучия, удачи, любви. Всем керчанам пожелать самого лучшего, терпения, процветания и благополучия. Очень горда городом своим, потому что мы живем в таком городе красивом и с таким званием, он настолько многосторонний, и исторический, и промышленный, и культурный, и детский развивающийся. Очень хороший, чистый, приятный город. Приезжаешь и радуешься жизни, что ты здесь живешь, гордишься всем этим. Это самый-самый великий праздник, который есть в нашем городе, а тем более 40 лет присвоения звания. Конечно, это замечательно, чудесно. Будьте все здоровы, счастливы, любите свой город и любите детей. Минутная готовность перед началом программы. Руководители танцевальных и театральных детских коллективов дают последние наставления своим ученикам. А сами участники репетируют движения и, конечно же, волнуются перед ответственным выступлением. Немножко волнуемся перед концертом, но у нас, как бы, мы очень рады. Гордость за город чувствуется? Да. Мы очень готовились к этому празднику, приложили все усилия. Немножко страшно. Немножко страшно. Целый стадион будет. Да. Я горжусь, что я живу в городе Керчь. Да. А он самый лучший, мне кажется, из всех городов. Да. Самый красивый, популярный. Да. Поздравляем! 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 Очереди и цели верны, и полна любовь.
очень знаменательная дата. Я считаю, что те, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, защищая интересы нашего народа, вот, порою не щадя своей жизни, шли на алтарь Отечества. Поэтому они вполне заслуживают, чтобы наш город назывался городом-героем. У нас в городе Керчи проживает сейчас уже нынешнее поколение. Это молодежь. И хотелось, чтобы вот та память и то, что сделали прошлые поколения, чтобы они с честью несли дальше эту эстафету. И помнили о том, что их город, где они живут, действительно заслужил такую славу, чтобы назваться городом-героем. А те молодежь, та, которая сегодня живет, гордилась этим званием. Я хотел бы пожелать нашим кирчанам, чтобы они чли память тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто его восстанавливал, этот город, и, конечно же, современникам, которые превратили наш город в такой прекрасный, красивый город Южный Крыма. Поздравляю с этой датой и желаю новых успехов в их труде на благо нашего родного города Керчь, города-героя. В представлении принимали участие множество творческих коллективов города. Это шоу-балет «Алиса и Алиска», «Культурная революция», «Тандем», танцклубы «Экстрим», «Визави», «Кураж», «Афродита», «Фантазия», «Жемчужина Крыма», «Калинка», «Блиц», «Валерач», «Микс», «Браво», «Магия», театральные студии «Тин», «Лицедея» и «Своя игра».
Это представление не могло не тронуть сердца зрителей. Сотни ребят выстроили на поле большую звезду в знак столь значимого для города события. Часть гала-концерта открыл заслуженный артист Украины Владислав Черников. На протяжении праздничной программы для кирчан выступали как керченские таланты Людмила Михайловская, Инна Назаренко, Алексей Черков, Руслан Ильвединов, Игорь Дишкантюк, Руслан Белоусов, группа «Виа Граффити» и другие. Так и приглашенные артисты. Это гости из России, группа гармонистов, вышедшие на сцену одними из первых. Также своей удивительной игрой порадовала симферопольская группа «Just and Them». Вместе нам губы спелой вишни,
фонов раз, но не криви. Просто стала лишнею наша песня о любви. Я не стану держать улетай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, чуть коснувшись рукой птичьих стай-яй-яй. Знаю, будет так нелегко. Я не стану держать улетай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, чуть коснувшись рукой птичьих стай-яй-яй. Знаю, будет так нелегко. Сегодня показались ребята, мне вот очень приятно, что именно местными силами обошлись, причем не то, что обошлись, они намного иногда превосходят, чем гастролеры. Очень приятно, что в Керчи развиваются прекрасные музыкальные школы, вот я знаю, выступал и музыкальный центр, и детский лицей музыкальный, и лицей искусств, и, ну, молодцы, просто молодцы. Вот это приятно, что город чистый, город ухоженный, культурный. Посмотрите, какую музыку исполняют. То, что прививает какой-то вкус. Не, да, не бестолковые вот эти хип-хопы, а все-таки это приятно. Желаю действительно кричанам здоровья, чтить ветеранов, как это делается. Quanti sono i canti che risuonano,
adesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi sposi, ma e regali un sogno ad ogni anima. Una che mi guardi adesso a scuole tua. Il tempo dell'eternità, il sentiero stretto della verità, fa più luce dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa. Solo la metà che poi, come poi facciamo quasi sempre noi, angeli di Creta che non volano, anime di carta che si incendiano, cuori come foglie che poi cadono, sogni fatti d'aria che suoniscono. В завершении концерта в исполнении Владислава Черникова прозвучала известная песня «Короли ночной Вероны», которой он по-настоящему зажег всех зрителей. Быть королем, и как ни странно, бывает порой.
Уже по сложившейся традиции в завершении праздника небо озарил невероятный фейерверк.